Hey, yo, мой дорогой друг, с тобой я, Рамзес. Сегодня мы с тобой продолжаем проходить игру под названием Billy's Scholarship Edition. Приятного тебе аппетита, приятного просмотра. Блять, я случайно, извини, это было случайно. Я не специально уебал микрофон рукой. Короче, очень много музыки. Где-то вот так все должно быть. И где-то все вот так должно вообще заканчиваться. Приятного, да, тебе аппетита. Очень было много музыки, я не знаю, ты слышал меня или нет, так что приятного тебе аппетита, приятного просмотра. Вот тут мы с тобой вернулись, представляешь? Вернулись с тобой в старую рамочку, назовем это так, старый фон. Собственно, смотри, я включаю тебе, и ты видишь все нахер. Еще было бы прекрасно, если бы я сделал вот так. Вот так, было бы вообще заебись. Побежали. Побежали, мы с тобой на учебу, я бы хотел сказать. Что там про Джимми только что сказали? Надо въебать им. Кто сказал? По-моему, баба сказал, нет? У нас сука. Короче, вышло все, уже все 4 серии вышли, у меня в запасе ничего не было. Привлечь надо как-то свое внимание. Эх, побежали. Короче, сегодня хочу прослабляться, потихоньку поиграть, погонять по городу, потому что, ну, мы там ни разу особо-то как будто бы и не были. Поэтому давай сейчас залягем спать, отправимся на занятия, и потом уже пойдем исполнять задания в городе. Еще было бы интересно узнать, что будет, если не пойду на занятия, то будет именно, когда я буду находиться в городе. В принципе-то, я думаю, мы сейчас пройдем. Занятия дают фишки очень классные порой, поэтому меня это радует, и я бы хотел бы продолжить, так сказать, получать образование. Хоть какое-то, да? Хоть какое-то, хоть такое-то. Меня немножко бок несет. А где пара будет? Это, знаешь, уже на каком-нибудь подсознательном уровне. Где будет урок? У нас не пара тут даже, у нас такая, типа, трио. Типа, не веселитесь, по-моему, что-то с бомбами связано, она сейчас ляпнула, типа. Бля, почему камера пролетела мимо ширинки расстегнутой у чувака? Я прям это видел, блядь. Так неприятно стало. Фу, мерзко. Отвратительно. Куда ты, сука, побежал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как все было. Да я понял, что тебе очень-очень нужна помощь, но ты, блядь, овощ. Каждому уважающему овощу нужна помощь. Ой, только не говорите, что на улице. Ой, блядь, такое было ощущение, что физра, блядь, но я не знаю, почему нельзя было бы сделать какое-то расписание, даже самое какое-то простое, блядь. Почему я должен обязательно... Не понял, блядь, вообще ни разу. Шоп, магазин? Джим, давай очень... я не хочу работать. Я буду работать с этой машиной? Нет, типа, что такое, короче? Готов? А к чему? Ты чё, блядь? Good work, Hopkins. Ну, блядь, ничего сложного, мы это уже делали на уроке химии, например. Только тут мышка еще задействуется, а у меня там как бы немного неудобно все. Окей, смотри, в следующее время, Джим. До следующего раза именно. До встречи, Джим, блядь. Ты разблокировал докаяжевый кубок упал? Нет, вроде. Зачем? А, типа... Типа, ты максимум 2 байка можешь в гараже, когда купишь еще. А, ну вот, мой байк есть. Я могу же его продать, типа? Блять, что-то мне как-то не нравится картинка сегодня какая-то, например.
А, не, все нормально, ты я просто уебан. Так, смотри, нам надо бы отправиться на задание на какое-нибудь, я думаю. Все задания тут остались. Или вон там где-то в городе есть что-то. Подожди, а как? А, вот. Да, там в городе есть. Отправимся туда. Почему? А, потому что я думаю, нахуй учебу скучно. Учиться это не по-нашему. Мы хулиганы, мы с тобой люди, ну, такое, такие. И вот мы, а что сделаешь, что? Короче, блядь, я в ахуе сам себя. Я запустил вроде запись, блядь. Она не запустилась. Я прервал запись, и я все-таки катаюсь тут, блядь. Не могу найти въезд туда. Блядь, подлагивания пошли. Я типа, блядь, объехал уже, блядь, весь район. Я не могу понять, как туда заехать. Туда, куда указывает звезда, блядь. И мы сейчас ищем с тобой проезд туда. Потому что я и сидел такой на чиле, блядь, играл. Меня вообще ничего не волновало. Блядь, что произошло? Почему так лагает? Я вот туда вверх ездил, а вот тут что, блядь? Блядь, что за пиздец? Что-то у меня пиздец вообще игра лагает. Вот тут получше как будто бы. Давай пешком попробуем. Я просто на велике уже все, блядь, проехал. Где только можно, где нельзя. Ну серьезно, без шуток, типа. О, блядь. Челик стоит. Блядь, кто там где едет, блядь, на мотике на своем? Такой, блядь, громкий. Бжж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 
территории. Как, блядь, туда пройти, я понятия вообще не имею. Типа, вот так, и смотри. Ну чё, блядь, его объездную, что ли, хуярить-то или чё? Туда даже дороги, блядь, нет. Блядь, сейчас круг сделать, что ли? Я не понимаю, у меня просто вообще отсутствует понятие, как туда можно попасть. Может, я что-то упускаю? Что вообще хуй пойми? Ну серьезно, без шуток. Я заебался уже бегать. Ну типа, да, можно, да, как-то. Все равно же туда, блядь, попасть, только я не понимаю как. Блять, загадка нахуй. Загадочный выпуск, я так и назову серию. Не, ну смешно же, блять, ну что за пиздец-то? Ну вот тут, по идее, можно пройти, нет? Я не знаю. Серьезно не знаю, типа. Но вроде вот тут, да, где-то можно, да, по сути, вот тут где-то. Вот тут. Подожди, а там снизу есть проход. Так что ли, блядь? Я просто уже вот последний вариант, это вот по низу вот тут. Тун-тун-тун-тун. Я, блядь, бегаю с 12 часов дня, блядь, уже. Ну сколько можно-то еще, ебать? Я сегодня сделаю хоть задание одно. Мы сегодня с тобой BMX научились чинить, блядь. Че, вот тут что ли проход, блядь? Так нет, блядь, я тут был нахуй. Вот отъебись, no. Все, единственный вариант это вот тут, блядь, пробежать. А плавать умею? Ну хорошо, что хоть никак в Вайсити, блядь. Ну вот сюда мне надо. Блять, каким образом-то в этот ебучий парк попасть? Вот так, блять, серьезно у вас в парк, блять, попадают? Подожди, что сейчас было только что? Я вообще, блять, в ахуе. Не, ну серьезно, шутки шутками, но я что-то не допираю, как вообще туда попасть.
Это, блядь, вообще просто тупо пасхалка ради резиночки, блядь. Ебануться вообще просто. Как нахуй туда попасть? Я не знаю, у меня даже предположений нет, типа. Все, блядь, темнеет уже. А что вообще хуй пойми даже. Хорошо. Водные процедуры попринимали? Попринимали, да, заебись, охеренно. Маяк заработал. У меня, кстати, игрушка есть. Ну, типа, я ее еще не купил, но она скоро будет. Мы с тобой пройдем. Отвечаю, пройдем. Потому что просто сейчас у нас с тобой две игры на прохождение. Сейчас сталкер, чистое небо закончим. Следующий сталкер начнем. И Билли. А потом у меня как бы свободное будет. Как бы времени много будет, я думаю. И как бы игр-то особо сейчас нету каких-то. Там были какие-то варианты, но почему-то сейчас я от них планирую отказаться. Как, сука, попасть в этот ебучий парк? Я вообще не понимаю. Типа я заебался уже альт, блядь, тыкать. Обычно же, ну, типа, проблемы всегда идут на W, там, S, A, D, да? А тут, сука, Alt страдает. Вот эта игра, вот это да. И еще можно джойстик играть. Это я точно знаю. Не, ну, по идее, блядь, вот тут проход должен быть, я думал. Вот тут, смотри, блядь, его здесь нету, понимаешь? Здесь есть какая-то хуйня, но нет нихуя больше. Вот это вот что, зачем эта дорожка, блядь, сделана? Подожди, у меня есть предположение сейчас кое-какое. Только как туда еще попасть, нужно умудриться. Я охуею сейчас. Подожди, блядь, я тут был. Че это, блядь, кирпич? Нахуй мне кирпич? Бля, там кто-то куда-то что-то кидает, и мне это не нравится. Лови, сука. Down, I mean да не... Ах ты ж, сука. Ну, блядь, единственный вариант какой-то вот у меня сейчас есть, это может вот тут побегать, где я еще не бегал, блядь. Ой, нахуй я сюда бегу. Когда мне, блядь, вообще по лестнице вверх надо. Я вообще, блядь, не понимаю, типа, ну нету вообще даже догадки. Что, блядь, за парк такой? Блядь. Вот парк. Как туда можно попасть? Блять, тут одна дорога. Вот, блять, есть мышка? Блять, мышки нет. Там одна, блять, дорога. Нахуй, как туда можно попасть? И все, типа, варианты на этом заканчиваются. Они просто... Просто, блять, пропадают автоматически эти варианты. А я не знаю, я, типа, я вообще не знаю. Может быть, примерно где-то вот тут можно пройти. Ну, типа, варианта даже нету. Типа, ни намека, ни на что. Как, блядь, сюда пройти? А это что, блядь, за путь вот это вот, блядь? На BMX мне надо было... Ну, мы вот тут были, да? Это смотровая вот эта. С которой я вижу туда, куда мне нужно. Ну, предположение, примерно. Ну, типа, вот смотри, как туда можно попасть? Как туда невозможно попасть? Вот он, блядь, вход нахуй, походу. Вот он, блядь, вход. Вот это за дорога, блядь. Подожди. Лях чешется.
Погодь, если мы с тобой сейчас, да, такие все интересные, поймем, как туда попасть. Ну, по идее, блядь. Нет, это не то. Может, я что-то упускаю, что-то очень важное, да? Очень пиздец важное. Куда, блядь, важнее есть, чем вот... Туда что, блядь, на истребителе можно залететь? Сколько? Я, блядь, 15 минут не могу выполнить задание. Ну, это рекорд. Прервал запись, теперь гляжу. Смотрю, короче, блядь, на то, чтобы она работала. Хорошо. Я, блядь, не, хотя это не хорошо, нихуя, типа, ничего не изменилось. Могу всю ночь бегать, да, опять-таки? Ну, а что мне будет-то? Я тут не вижу ни копов, никого... Ну, сюда не могу залезть. А нахуй мне сюда залазить, если тут ничего не, как бы не работает? Блять, сука, идите оба. Сосутся они тут стоят. О, нихера. О, на нокаут меня почти отправил. Подожди-ка. А чё это я сегодня? Играть разучился? Сейчас я девушку накажу за то, что... Нихуя быстрое образование парочек, блядь. Хит. Ну, не хоть не ход, эй, герл, блядь. Смотри, блядь. Вот он вход. Ну, даже выбежал, видишь, чувак оттуда. Блядь, я, может, тупой, что-то не вижу. Они не видят меня даже оттуда, блядь, понимаешь? Типа, они знают, что я тут есть, но они бегут снизу. Мне нужно как-то попасть вниз. А может быть, вообще, я, блядь, думаю уже, может, обходняк какой-то есть, который, блядь, я благополучно не замечаю. Его нет, блядь, здесь. А вот это вот поле, пожалуйста. Это смотровая площадка, правильно? Да, вот, вдоль. Вот, блядь, а в ахуе просто сейчас. Вот честно, у меня нет вообще подозрений, как туда можно попасть. Не, ну по-хорошему сейчас что стоит отправиться, наверное, на автобусе? The spot, угу. Хорошо. Иди-ка сюда, псина, блядь. У меня сейчас за жесткое обращение с животными сейчас кто-нибудь чего-нибудь, блядь, напишет или YouTube бан даст просто. Ну, копов нет, можно отпиздить бабеху. Извиняюсь, женщину, а тоже там потом начнут писать. Я же так, шуча. Я могу, типа, взять, сесть в машину? То есть, что-то одну цель преследует? Хуй. Конечно. Блять, я тут был, я думал, нет, не был. Я, блять, отрубился, серьезно. Все начали бегать. Ой, фу, ездить все начали опять. Бабех вырубил, рядом с ней уснула. Хорошая ситуация. Меня уже тошнит, блять. Я не понимаю, как туда добраться. Короче, мы давай оставим это на потом. В тот момент, когда у меня заданий не будет больше. Сейчас у меня есть задание, это первое, это добраться до школы, наверное, в первую очередь, потому что мы, ну, как бы занятия пропустили. Пизды дадут. А интересно, если я пропускаю, я не смогу больше за них, типа, бонусы получать?
Давай уедем нахуй отсюда по-быстрому. О, нихера там велик навороченный. Белые какие-то колеса, что-то кого-то там, вот эта вот история. Я, конечно, шокирован вообще этим вариантом событий. Типа, я туда ехал, я потратил сутки, блядь, почти. Чтобы, блядь, просто, блядь, понять, что я долбоеб. Не, ну я без этого так-то знал, да? Ну просто, извиняюсь, господин. Какой наггетс там, блядь? Кто там сказал про наггетс еще? О, блядь, еще один новый урок. География, наконец-то! О, географию-то я... Вот это я, конечно, вообще ни разу. Добрый день всем! Я мистер Мэтвес, ваш географик. Мой, блядь, Франция. Финляндия, где находится... Так, тут где-то... Италия, вот это вот должно быть. Да. Португалия. Нихера вы разогнались, блядь. Финляндия где находится? Где-то же, по-моему, вот тут, нет? Ну да, блядь. Это у нас Греция. Вот тут, по-моему, нет? Да. Ирландс. Германия, где-то как будто бы вот тут. Вот тут. Хорошо. Норвей. Не знаю. Вот это где-то вот тут должно быть. Сука, ну где-то значит вот тут. Нет, значит вот тут. Я просто хз, блядь, даже. Вот это где-то вот тут, по-моему, нет? Блядь, а время-то красное, это потому что... Матрешки, блядь. Блядь, можно мне, пожалуйста, вот так? Нет, типа, блядь, может, ну там... Ну нет, точно Блядь. Европу я точно плохо знаю. О, охуенно. Сука. Легче не стало. Вот это. И теперь где-то... А где? Как? Еще раз. Я его даже тут не вижу. Тут дохуя вообще разных флагов. Синий, желтый, красный. Это пиздец. Где-то получается... Вот тут. Сука, что издеваешься? Ты, блядь, издеваешься! Ну вот, вот это вот. Ну, по идее... Не, я, блядь, хз, что-то. Они, блядь, не нарисованы, которые мне нужны, понимаешь? Вот эту еще знаю. О, блядь. Это же вот тут, под этой, под Белоруссию. 56. Ну, мне для урока 70, правильно я понимаю, надо? А у меня, блядь, сохранения нет. Пизда. Можно уже, блядь? Вот это знаю. Что еще я знаю? Вот это знаю. Что-то их маль... Блядь, у меня есть шансы, кстати, они вырисовываются. С
схуяли? Нахуй все с ним. 68. Сука, какой же ты гад, блядь, профессор. Я рот той, блядь, Германии держал. Подожди, мне нужно на голову срочно что-то купить, блядь. Первый раз вижу, что магазин. Какой нахуй на голову, зачем вот оно мне? У меня, блядь, денег нету, я, блядь, на байк все пустил на свой. Вот ебись. Для тебя только что внезапно оборвалась прошлая серия. Вот так вот вот бывает. Собственно, сегодня нас с тобой ждет до прохождения, да, продолжение прошлой серии. Там мы где-то типа на географии были. Я не знаю, какой будет сейв. Прошло с прошлой записи февраль, март, апрель, 3 месяца. Как быстро. Я просто знал, что 31 апреля, 31 января я записал серию последнюю, только что посмотрел. Но почему-то мне казалось, что 31 января было чуть-чуть ближе, чем вот когда выходит вот эта серия, блядь. Короче, история в том, что там было все грустно, и там опять какая-то проблема была с игрой, она то ли зависла, то ли что-то типа, потому что записи у меня продолжения нет, там просто разбитый хлам файл, который никак не восстановишь. Ни при каких обстоятельствах это главная проблема. Приятного тебе аппетита, если я не пожелал в начале серии, приятного тебе просмотра. Сегодня запишу 2 серии, подготовлю их, так сказать, полностью к выходу. Сделаю все красиво, чтобы было вау и лася, вот так вот, вот, и, в общем-то, загружусь в игру, и мы с тобой продолжим. А мне, на самом деле, мне вообще неизвестно, откуда мы сейчас с тобой начнем и что сейчас будет, но давай попробуем. Собственно, отправляемся с тобой мы в куда-то. Время, между прочим, 12. Я вообще забыл, как играть в игру. Очень сложно мне сейчас было камеры вертеть, но будем вспоминать, как говорится, да? Потихонечку прогрузочка идет. А нас ждут с тобой пару заданий сегодня, я подозреваю. Мне нравится, что предпросмотр лучше, чем у меня сейчас в данный момент. Или может я сам все это внушил, что тоже много героев, но... Есть, короче, звездочка здесь, но у нас должна начаться должен урок, вроде как. А вот это что? Это... А, это просто... Кто-то орет. Не орите, блядь. Не будете орать, я пошлю вас нахуй, как говорится, да? Будем продолжать потихонечку играть, проходить в надежде. English. Начать. Хэтрик против головы. Не начать, я так понимаю, ладно. То есть только после пар, после уроков. Ладно, ничего страшного, я думаю. У нас сейчас что вообще вопрос? Математика. Первая математика, между прочим, поздравляю тебя. Никогда не любил математику. Читайте и изучайте трататашки. Давай. Это, блядь, вы поняли. 3 плюс 4, 7. 50 это... 6 на 6, 36. То, блядь? 4. А что, в чем вопрос-то? Самый маленький, вот этот. 12, это, между прочим, вот это. Нет, снизу был. Самый большой, вот это. 12, 11. 1 делим на 2, 0,5. Слово, самый медленный, вот это. 120, это 70, плюс... Блять, это 100, это... 2... 50 секунд осталось, самый быстрый, вот этот. 99, это вот это. 12 плюс сколько-то там, чтобы получить 21, 11. Нет, 35, это вот это. Самое быстрое, вот это. Ракета! Что, блядь, в чем вопрос? Раз, два, три, четыре. 17. 9. Самый быстрый, не спешим. 1 делим на 2. Тейлос. Хайхест высокий, типа 79. 7 плюс 3, 10. 24, это у нас получается. Ну, мы уже, в принципе, успеваем, и меня это устраивает. Вот это. That's enough for today. Good work. Математик, ну голова же. Я просто не успел перевести, я вообще растерялся, блядь, время и давит. Мне нужно успевать читать и переводить.
Что раз гениальная хэт? Хорошо. То есть вот эта звездочка работает только тогда, когда у нас перерыв... А, нет, всегда работает охуенно, чё я борюсь-то? Сейчас проходит это задание, и за 6 серий для тебя завершается, потому что серии будут выходить немножко... Либо такие же длинные, либо немножко короче. Школьные правила для выхода чистоты. Не надо алкоголя в школе, Граундс. Ты пьяный, ты пил? Я могу смотреть на твои глаза. Не надо пить. Я не пил. Пить? Что с детьми? Монстры пьют, фронт. You've got a problem, haven't you? I'm just under a lot of pressure. Well, I'm a kind and supportive colleague. Galloway. И я думаю, мой дьюти твой. Get you sat. Do whatever you want, Hattrick. You always do. The head will find out. Голова должна найти тебя. Что, блядь? You okay, sir? Нормально, сэр? О, Джей, нет, не окей, Джимми. Я пил и файрот фантастика. Старый, уже только 34. Английский твой смотрит, difficult, с объекты на номер, йога, медитация, смотри на дебюс. Ну, сэр. This is manna from the gods. Give me that. Иди дай сюда. Давай, Рид, думаю. Кинь Джимми. А можно? Мисс Филлипс, учитель. To about vice. Take her. Что-то ему нужно от какой-то учительницы, я подозреваю. Догадываюсь. Да. Ну, бля, на рабочем вообще месте учитель пить не должен. Найдите головой in hand butter. Что найти, блять, я не допер вообще. Что такое hello? Вот это. Найдите бутылку кафетерии. Каким я вам, блядь, чё? Не ори, блядь, здесь. А как она выглядит, бутылка-то хоть? А, блядь, а можно было уточнить? А, ну вот бутылка. Что я сделал только что? Ну, времени нет, спешить некуда. А где бутылка-то, ёпта? А, вот тут. А, все нашел. Как, сука, сложно. Она сама подбирает, все прекрасно. Что такое Galloway? Galloway. Как там написано? Galloway. Сука! Я альтабнулся. Я хотел нажать таб, посмотреть типа цели, вот эта история. Но у меня был зажат альт, потому что я бежал, и я за... О. А я могу посмотреть цели здесь? Что? Я был в темной одежде. Are you stupid? I'm walking here. You stupid. А тут-то бутылка что делает? He's a drunk. These are very serious allegations, Mr. Hattrick. You'll see. We won't get away with this time. I hope you are wrong for the sake of Bulworth. That child had a bottle! А, бутылка, блядь, это вот в этом прикол. Just kidding. А нет, это не в этом прикол. А в чем прикол? Ну, резиночка. Why are boys so confusing? I just don't get them. Подожди, а бутылка-то чё? Где? And then I have to give him a wedge of hunger. Gotta get the sheets again. Dudes! Got something for you, punk! Why do you have to do that? You look so lame in that! Oh, Jimmy! Hi there!
How did I get mayonnaise on my pants? Are you asking me, Anna? I never even eat that stuff. Date? Единственное подозрение, что вот тут, но его здесь нету. Ой-ой-ой, сейчас побежит за мной. Ускоряемся. Может, я оттуда заберем тогда бутылку? Я просто не понял, где бутылка там. В туалете, блядь. Найдите бутылку в ванной, типа. А, ты кто, блядь? А, я у женщин в туалете, ебать. Ебать, я извращенец, вот это классно. Когда вырасту, буду ходить всегда в женский туалет, блядь. Вот, что ты мне потом сделаешь, да? Она где-то тут? Нету. Вот она. Гэллоуэй. Да ёпка. Валим отсюда нахуй. Да не переживай ты, я не буду тебе пырку свою показывать, блядь. А ну что ты? И твою не попрошу смотреть, ебать. Делай там свои дела, блядь. Буду я еще подглядывать. Не, да понял, на. Блядь, ну правда, как будто оно мне больше всех надо, что за хуйня. Подожди, где находится бутылка, блядь? Объясните, пожалуйста, блядь. Может, вот тут зайти, да? Хуйня. Окей, бай! А, так вот она, все. Вот надо же было. Отдайте бутылки мистеру Филлипсу. А он что, меня на улице ждет? Странный этот ваш. Мистер Филлипс. Остановил, включил запись профессионально этой съемки на мои вещи. I can't tell mom about that at all. She'd be so mad. Friggin' tweeb. Please don't make me cry. А мистер Филлипс еще бухает вместе с бомжом? Нет, он просто тут стоит. Here they are. I think that's all of them. Мисс Филлипс. Спасибо, Джимми. You're welcome, miss. Please take this. Пожалуйста, возьми это. Фотоаппарат. У меня есть камера теперь, прикинь. Я теперь фотограф. Вообще, фотографы в школе, как правило, ценятся. You can count on Jimmy. Все, я думаю, на этом мы с тобой сейчас отправимся. У нас есть класс фотографий. Обучение фотографии. Будет прикольно посмотреть. Привет, челлендж. Разблокировали мы. Короче, сейчас отправляемся с тобой, сохраняемся. Я думаю, на этом серия закончится. Она может быть небольшой, может быть большой. Я не знаю. Вообще, просто в душе не чаю, честное слово. Поэтому я забегаю в boys room. Благо, я помню, где она хотя бы находится. И сохраняюсь. Там еще какой-то сейв должен быть лишний. Ну-ка, подожди. Да, вот они пошли. Второго я пробовал, по-моему, даже записывать. Ну вот, это все первого идут. 6-го, 5-го числа, 2-го. А хуй пойми, короче, мы сделаем вот так и вот так. Я просто уже в них запутался. Я, видимо, еще пробовал писать, но не знаю. Я вроде видел сегодня только те. Поэтому мы с тобой вот так вот делаем. Все, спасибо тебе за просмотр. Не забывай ставить лайк, подписываться на канал. Ну, судя, ты уже сделал огромное тебе спасибо. По ссылке в описании можешь найти группу ВК, дискорд-сервер. Пока. Пока.